Всем привет, мои дорогие, с вами Кунова Аня, проект Суперлик Онлайн. В этом видео я с вами пообщаюсь на тему пустых баночек в Абхазии. Ну, конечно, 3 минуты расскажу про Абхазию, так что можете перемотать, кому это не интересно. А мое общее мнение. Я считаю, что особо нечего рассказывать. Страна как страна, очень маленькая страна, очень интересная страна, очень красивые горы, очень красивая природа, конечно же, на берегу моря. Тепло и здорово. Мы были в Абхазии, получается, 3 раза въезжали. Один раз на экскурсию, второй раз я влюбилась в эту страну и захотела тут пожить. Пожили мы тут 17 дней. Мне дней больше понравилось отдыхать, чем в Сочи, потому что больше возможностей, больше всего интересного кругом. Мы приехали сюда уже 3-й раз всей семьей и могу сказать, что очень даже неплохо, очень даже хорошо, если не замечать одного. Да, если не замечать, конечно же, очень много брошенных, разрушенных зданий. Их тут до такой степени огромное количество. Все, конечно же, все постройки, все это, все сабдеп. Обслуживание в отелях, номерах. Ну вот мы первый раз жили в отеле Софья, мне все очень понравилось. Как бы, ну, более-менее нормально, хорошая мебель, есть хорошие номера. Мы снимали 2-комнатный номер с 2 балконами, как бы все великолепно, с видом на море. В этот раз мы собрались за 2 недели, купили билеты на самолет, пишем девушке так и так, найдите нам, она говорит, все занято, я ничего найти не могу. Я говорю, ну давайте, что сможете. Я говорю, главное, чтобы было на берегу моря, чтобы до моря недалеко было идти. Ну и нашла она мне домики, почтовая 2 адрес. Это старая Гагра, почтовая 2. Это, по-моему, 20 или 30 минут до границы, то есть вообще рядышком. И, ну, что могу сказать, в этих домиках хозяева, ну, такие люди характерные. Ни один раз нам не поменяли ни полотенце, ни постельное белье, не прибрались. То есть, ну, вот это вот все сами. А зато тут была плита, стиральная машинка. В целом отдохнули нормально. В каждой стране есть свои плюсы, свои недостатки. Единственное, что очень много разрушенных зданий. Очень много старых разрушенных зданий. Очень много необлагороженных мест, где было бы очень красиво. Еще тут очень много бездомных животных. Но, к моему счастью, я поняла, что их прям тут закармливают, перекармливают. Потому что всех животных, которых я встречала, не доели мы, например, там целый там хлеб в тандыре. Тут очень вкусный хлеб, и, допустим, мы его решили забрать с собой, чтобы, например, на завтрак скушать. И отламываешь хлебушка, они не едят. Они едят мяско, рыбку, все такое прочее. Остальное они просто понюхали и отошли. Причем все до единой, кошки, собаки, они прям такие избалованные. Что еще понравилось? Ну, вот сейчас вот в сентябре мы увидели, ну, у нас было спокойное место, все тусы были в центре Гагры, мы в старой Гагре, ну, минут 15 пешком до всех там туз, кафешек, ресторанов. И я могу сказать, что очень много дельфинов. Дельфины прямо, вот стоишь с утра, любуешься на море, и дельфины, дельфины, дельфины. Ну, это тоже очень-очень прикольно. Ну, вот, в принципе, и все. Что я могу сказать? Если вы едете за красотой там в здании, за удобствами, за сервисом, тут нужно задолго что-то бронировать. Если вам хочется что-то клевое, классное, красивое. Но на самом деле, оказывается, Абхазия, она очень востребована. И я не думала, что до такой степени, что будет очень сложно что-то найти. Ну что ж, приступим к пустым баночкам. Хватит болтать. Итак, взяла шампунь, брала его по распродаже, как-то 10 штучек. Думаю, надо расходовать. Вот сегодня последний день отдыха. Получается, Антон, 21 день, да? Да, 21 день, то есть на 20 дней вот мне хватило такого шампуня, перемешку с другим шампунем, да, начнем с волос. Артикул 7781, это двойное питание с аминокислотами, он считается зимний, но я так и не поняла, почему зимний. Беленький, непрозрачный, очень хорошо моет голову, великолепно ухаживает за волосами, но я, конечно, заранее еще и делала маску. Чуть больше половины вот еще такого шампуня израсходовала. Blond Icon 250 мл, артикул 2710. Это шампунь для нейтрализации желтизны осветленных волос. Очень хорошо работает, просто великолепно работает, мне нравится. То есть он их не красит, он нейтрализует желтизну, что понравилось. Вот эта вот линейка Blond Icon, я прям ее рекомендую. Гель для интимной гигиены 8722, обожаю его, хорошо пенится, густой, долгоиграющий. Ну, нам с мужем на двоих хватило. Разные маски для волос моей и маски дочери. Так, вот эта вот масочка моя,
часто ее очень беру, Арису, хотя очищающий шампунь мне не понравился, но восстанавливающая маска мне очень даже понравилась, 77-26, приятный вкус, цвет, аромат, не течет, здорово ухаживает. Вот эту масочку брала, 83-63 артикула, она идет активная, с аминокислотами, тоже классная, ягодный такой сладенький приятный аромат. Далее вот эта маска, которая мне в прошлый раз, да, я вам говорила, если ей пользоваться, допустим, в перемешку с другими масками, сегодня вы помыли голову, одну маску нанесли, завтра бальзам, послезавтра третью маску, потом там на пятый, на шестой раз опять-таки эту маску. Тогда она не имеет накопительный эффект и очень хорошо питает волосы. Артикул 0197. У нее очень приятный аромат морожки. Прям великолепный, наиприятнейший аромат, что мне очень-очень понравилось. Далее маска «Пудинг для волос Ревень» израсходовала дочка или воспитатель Виктории. Вот точно не помню, потому что мы еще с воспитателем Виктории тут отдыхали, снимали три домика. Воспитатель, дочка, старшая дочка и мы с Антоном. Тут как бы нету там трехкомнатных, двухкомнатных домиков, ничего такого нет. Домики, две кровати и таким образом мы снимали. Вот этот пудинг, я обожаю вот этот запах ревеня и, конечно, хорошо питает волосы. 26-54. Поэтому тут пустышки, ну, грубо говоря, шестерых человек сложены. Так, 82-12 это у нас маска питательная для всех типов волос. Моя любимая вонючка. Обожаю этот запах. Выпили всем семейством, получается, цинк 157-89. Цинк — это биологически активная добавка к пище. Она идет в капсулках таких вот классных. И нужно пить 2 капсулы утром и 2 капсулы в обед после еды. Вот я даже подписала перед отъездом, чтобы не было проблем. Шикарная штука, пропиваете и все здорово. Она с аннотацией разнится, то, что я сказала. Почему? Потому что мы принимали по совету врача. То есть она знает биохимию крови и так далее, и она именно вот это мне все дело и прописала. Катюшкин шампунь 0191 идет для жирных волос, интенсивно очищающий. Ну, ей понравилось, она говорит, голову мою реже, но у нее прям очень жирные волосы, прямо очень жирные, поэтому она вот мучается. Вот такая еще пустышка, как вы видите, у нас потрескалась Викуськина кофточка, потрескалась по тем причинам, вот этот вот рисунок, потому что мы горячо постирали, все-таки надо было стирать деликатным порошком для деликатной стирки, поэтому все, выкидываем, хотя с ней ничего не произошло. Она ее очень долго носила, ни горловина не растянулась, все идеально, нигде никакие шовчики не разошлись. Долго-долго мы ее проносили, пока не запустили в стирку и пока вот не потрескалась эта вот штука. Но мы сами ее испортили, поэтому ругать компанию Фаберлик я не собираюсь. Кофточка действительно стоящая. Далее, комплекс К2 и Д3 принимаем, артикул 81-15. Скажу честно, классная штука, дает энергии много. Принимали тоже всей семьей, его нужно пить после еды, утром и в обед. На ночь его нельзя, он дает энергию, можно не уснуть с него. Такой вот классный. Там идут маленькие капсулки, у нас еще осталось, мы брали с собой 2, и вот из 3, в общем, сделали 2, один израсходовали, один вот 2/3 осталось. Далее, это не компания Faberlic, но не могу про это тоже промолчать, очень классная штучка, код 1480, если я правильно понимаю, вот она такая вот. Что про него скажу? Скажу про него, что он клевый, классный, крутой, это у нас идет Силен, мне его прописала врач, идет таких вот таблеточек, тут 100 таблеток, поэтому пили-пили и не допили. В Кирове начали пить. Q10 обязательно пили, тоже из 3 сделали 2, и вот осталось совсем чуть-чуть, немножечко. Тоже его пьют после еды, можно пить по 1-2 раза в день. Артикул 157-23. На голодный желудок Q10 ни в коем случае нельзя. Далее антипаразитный комплекс. Его, как мне мой врач сказала, вот он в таких капсулах, тоже, да, 3 штуки брали. Ну как, брали 2, но из 3 соединили, потому что они же не полные. Когда открываете, там есть место, можно навалить, развалить 2 в 3. И вот этот антипаразит комплекс с артикулом 157-63 мы принимали всю поездку, ну если не забудем, практически каждый день, 2 раза в день, по 2-2 раза в день, то есть по 4. Почему? Потому что кафешки, рестораны, экскурсии, еда в различных местах, то есть дочке своей мы тоже его давали. Мой врач мне разрешила давать моей 9-летней дочери вот такой антипаразит комплекс, мы его пропивали, понятно, у нее дозировка меньше, я давала. И, в принципе, штука классная, штука хорошая, потому что врач сказала, если вы во время поездки будете вот это все пить, принимать, вы, говорит, не заболеете, не разболеетесь, и пусть у нас 21 день, по никакой акклиматизации, ничего, потому что оказывается, когда организм ослаблен, кое-кто, может быть, гельминты, может быть, микроорганизмы, они могут начать размножаться, потому что они есть у каждого человека, оказывается, и такое нужно пропивать. Единственное,
что на сайте Faberlic стоит инструкция, что пить 14 дней. Так вот, мой врач мне сказал, что пить его нужно 2 месяца. 2 месяца на голодный желудок и 3 месяца для тех, кто не хочет правильно питаться. Правильное питание при очищении – это когда вы не едите сахар, полностью исключаете весь сахар и в пирожных, и в каше, и так далее. Полностью исключаете всю молочку и все хлебобулочные изделия, всю глютен исключаете, и тогда чистка пойдет быстрее. Тогда можно 2 месяца пить. А 3 месяца пить нужно, если вы едите что попало. Да, что попало. Поэтому таких вот штучек надо много всегда и всем. Особенно тем, кто, как мы, любит везде ездить и кушает по куче ресторанов и кафешек. В общем, любители общепита. Я не могу сказать, что мы любители общепита, но ввиду того, что мы за последние, ну вот даже взять 2022 год, это уже наша, Антон, третья страна, да? Ну, были. В общем, или четвертая страна. Но если считать прям с января, то четвертая страна, пятая год Казахстан. Поэтому, конечно, надо пропивать, потому что едим, что попало, где попало. Даже если мы заказываем в кафе борщ, мы не знаем, как его приготовили и как хорошо помыли ложки, в очень ли чистую тарелку сложили. Ну, я думаю, вы это все понимаете. Далее, почти что пустышка. Это патчи гидрогелевые для кожи вокруг глаз, моя любовь. Ну, на них я заостряться долго не буду. Они крутые, классные, артикул 0946. Просто обожаю их, они очень удобные, с собой их брать здорово. Смотрите, открываете. Тут есть лопаточка. Открывается таким образом крышечка. И там патчи. Ну вот, я практически все израсходовала. За месяц осталось на 6 применений. Получается, осталось на 6 применений. Но я их накладываю по 2. По 2. Один вот так сюда, а второй вот так сюда. И получается, что у меня вот так вот все патчи. Ну, потому что возраст. Надо что-то делать. Что-то делать. Так, дальше. Так, что где-то живица была. Так, омега-3 форты. Артикул 157-79. Это очень обязательно начинать пить за неделю до акклиматизации. Также очень понравился мне вот такое вот молочко для чувствительной кожи с алоэ вера. Отлично впитывается. Очень приятный запах, приятный аромат. Артикул 86-90, 100 мл, прям рекомендую. Беленький такой, светленький, хорошенький. Куча различных салфеток, не буду уже их называть артикулы, санитайзеров миллион. В общем, этот санитайзер погрызла Вика. Артикул 27-24, то есть все время обрабатываем руки ей и себе, потому что, ну вот, например, Виктория, она любит все трогать, щупать, облизывать, брать в рот, руки у нее постоянно во рту, то она в носу поковыряется, то еще что-нибудь, ну, это, наверное, ввиду особенностей развития, поэтому 27-24 всегда с нами, но мы его вот сейчас дорасходуем и полностью перейдем на Биоси, если он будет, если его не снимут с производства. Так, гигиенические прокладки ночные, 7 штучек, далее, что это такое, это, короче, вот эта штучка, коктейли, наши с вами коллагеновые коктейли. Первый коктейль у нас с вами идет клубничный, 15 порций, артикул 156-51, 15 порций. Вот иногда просто лень идти на завтрак или лень идти на ужин, вот особенно после экскурсии. Сидишь и ноги просто тузу, и думаешь, господи, как тяжело куда-то идти, и уже не хочется, потому что, когда, вы знаете, часов так 8 на ногах, и только в обед там сел, перекусил и снова пошел, все фоткать, все снимать, везде ходить, это, ну, тяжеловато, да? А 156-50 для меня, для интернетчика, я вообще не привыкла столько много двигаться, и в поездках я очень много двигаюсь, и, кстати, вес скидывается в поездках хорошо, потом ведь набирается, пока я дома сижу, ну, это не столь важно. В общем, когда устали, вот мы с мужем пили коктейль Wellness, или, допустим, проснемся поздно, воспитатель с Викторией, с Катюшей уже сходили, перекусили в кафе и так далее. Мы сидим и думаем, вот мы в 11 проснулись, коктейль выпили, и в час полвторого мы уже можем пойти и уже пообедать вместо завтрака. Далее крем «Зима». Он классный, он питательный, он не оставляет жирной пленки, и мы часто его используем именно в поездках. Но в этот раз крем «Зима» использовал воспитатель Вики, Лариса, артикул 0954. Классный крем, хвалю его. Моей дочке понравился гель для душа «Бразилия». Если честно, терпеть его ненавижу, вот этот вот аромат, я даже не знаю, как его писать. Артикул 1328, какой-то, может, кофе с молоком, вот такой какой-то аромат.
не очень-то приятный. Дочка допила BSC омегу-3 с витамином Е и Д. Если правильно называю артикул, то 81-10. Тут, может быть, была наклейка, но я вот не помню. По-моему, 81-10. Вкусная, классная, кстати, Виктория их все-таки кушает. Так, зубная паста 51-12. Ну, как обычно, так... Крем SPF 50, 27, 80, чистовик Усько. SPF 50, чистовик Усько. Ну, я вам рассказывала, что у нас витилишко, поэтому никак по-другому. Шампунь воспитателя 77-72, тоже опустел. Брали по распродаже BSC, аж 15 штучек вот таких. Сколько-то маме, сколько-то папе увезли, 81-13. Распродажа BSC сейчас часто идет. Скорее всего, может быть, их будут убирать BSC из ассортимента Faberlic. И все будет Faberlic, я так думаю. Ну, не знаю, но тут идет и омега, и эхиноцея, и так далее. Это очень крутой состав, хороший, называется сильный иммунитет. Поэтому я взяла. Так, у дочки закончился шампунчик. 3 плюс 26,90. Так, еще один кремушка зима, еще одна маска для волос. Так, дайте что-нибудь новенькое. А, маска очищающая, беру ее всегда с собой, вот сегодня как раз доделала. Артикул 0467, клевая, классная, мне очень нравится ее делать. Она идет как, ну, очищение, удаление черных точек, очищение, отшелушивание, контролирует избыточное выделение себума, дарит ощущение комфорта и так далее. Я как раз вот в критическом дне очень люблю, потому что кожа меняется почему-то. Далее, дезодорант первый, и вот тут чуть-чуть вообще уже практически пустой, второй. Я взяла с собой два дезодоранта, вот этот был такой неполный, а этот, не знаю, то ли полный, то ли был полупустой, я так побулькала, взяла оба. Приезжаю, один практически пустой, хватило на 3 дня, 86-48, а второй 86-48 еще немножечко остался. Ну, в общем, красота, красота. Далее маска Smart Keratin 82-48 для волос. Еще одна маска для волос стевия. Вот сейчас стевии нет на складе, я не знаю, чем ее заменить. Дайте мне, пожалуйста, совет, потому что мой доктор мне сказал, что стевия это самое-самое безвредное. 156-77 артикул. Проверяем каждый день, на складе не появляется. Вот как только появится, сразу 10 штук урвем, если получится. Но еды сейчас все меньше и меньше. Уж не знаю, что из еды останется, что не останется. Далее вот такие вот всякие разные масочки. Я их поделала больше, но... Мы с дочкой их делали и всяко разное, но у нас так получилось, что ветер их унес. Мы сделали с утра маски, поехали на экскурсию и, короче, приезжаем, масок нет. Я даже не помню, какие я там взяла пачечку и поехала, и все, и вот не помню. Вот осталось две маски, 0461, это вот с коллагеном за домиком валялось, реально так хорошо за лицом ухаживает, и 0465 жемчуг, остальные просто все улетучились ветром. Так, восстанавливающий тоник для лица, 0779, вот еще такой тоник, мой любимый, 2821, я еще все расходую запасники, взяла парочку тоников, вот он, видите, вот до сюда только израсходовался, завтра, ну, на момент съемки видео в самолет, и, конечно же, ну, многовато вести назад, но что делать, что делать, так уж получилось. Далее гель для подмывания, такого сейчас нет в наличии. Когда я узнала, что выпускают новую линейку для детей, я не знала, подойдет ли Викусе новый гель для подмывания для детей, поэтому вот этого 0+, я взяла 15 штук, и вот до сих пор мы его расходуем, 16-44 артикул, но его уже нету, к сожалению. Хочу очень похвалить гель гиалуроника 28-12 артикул. Это легкая гелеобразная текстура, эффективно очищает кожу, дарит ей мгновенное ощущение чистоты. Гиалуронка способствует увлажнению кожи уже на этапе очищения, выравнивает текстуру, тонизирует, придает свежий вид. Вот все 100% так. Вот гель для умывания мне очень понравился, хотя кремы и сыворотки не очень понравились, потому что они скатываются. А вот именно этот гель для умывания, цвет, вкус, запах, аромат, консистенция, все здорово и классно. Закончился он у меня, причем так, ну, нормально было. Потому что он у меня один стоял, а душ мы принимали с мужем вдвоем, он, наверное, тоже умывался. Ну, как вы понимаете, вот это вот одна серия у нас получается с тоничком. А что скажу? Скажу честно, единственное, что мне понравилось, то, что он, так, он идет у нас 150 мл, то, что вы вот его открываете и хотите вроде бы чуть-чуть выдавить, я долго привыкала, а выдавливается много. Потому что вот легкое нажатие и, блин, чуть не пол ладошки. Вот это тяжело, конечно, лучше с дозатором. Вот такая умывалочка у меня
не закончилась. 5807 еще вот столько где-то осталось. Но могу сказать, что вот если сравнить гель с умывалкой, как-то вот честно разницы не заметила. Обе хорошие. Значит, тут написано, что кислородная очищающая пенка для лица, эффективное очищение кожи, создает ощущение свежести, не вызывает чувство стянутости, улучшает тон кожи, делает ее сияющей, нежной, подходит для снятия макияжа, не раздражает слизистую. Единственное, что гиалуроника, что Global Oxygen не подходят для водостойких тушей. Они их не смывают. Для водостойких тушей, ну, реснички я почти что каждый день подкрашивала, потому что водостойкая тушь на отдыхе классно, она не течет. Вот таким вот двухфазным средством брала с собой половинку. Помните, да, наверное, кто смотрит мои макияжи, это сердечко с артикулом 1242. Вы когда взбалтываете, оно превращается в единую субстанцию, наносите на ватный диск и смываете реснички. Реснички я люблю подкрашивать, мне нравится. Обычно даже наращиваю, но тут, к сожалению, что-то не нарастило. А салфеток с собой до такой степени мало взяли, что уже начали покупать салфетки в магазине. Ну, в общем, вот эта пенка 5807 для меня комфортна тем, что тут есть дозатор. И из-за того, что тут есть дозатор, она меньше тратится, она более экономная. Но гиалуроника по качеству нисколько не уступает. Обе очень хорошие, прямо очень хорошие, прям нет никаких нареканий, никто ни другой. Вот практически еще полная вот такая масса. Осталось, но про нее я уже говорила. Далее Nude Illusion. Сломала колпачок, уронила, побежала его догонять, этот колпачок, и наступила на него, потому что он неожиданно перестал катиться. Под ноль, пустая, 63-57 артикул. Очень понравилось, брала с собой 3 штучки, но вот тут вот половинка, одна вообще не тронутая. Получается, вот тонны, вот 63-57 полностью израсходовала, 63-56 и 63-55, я что-то не поняла, отличаются ли они вообще. Честно сказать, не поняла. Почему я взяла с собой тоналку на отдых? Я вообще, по идее, практически не наношу таких вот прям крутых макияжей. Ну, вообще практически не крашусь, крашусь очень редко. Но эта тоналка, она идет SPF 25. И как раз таки из-за того, что SPF 25, она мне понравилась тем, что лицо не сгорает, очень мало загорает. Особенно на экскурсии не скатывается. Если я вспотела, я сверху вот таким образом провела салфеточкой, даже не матирующей, обычной, даже бумажной. Вот так провела по лицу, и тоналка она на лице остается. Для меня, в принципе, это важно. Она идет не водостойкая, она немножко пачкает одежду, она не суперстойкая. Я с собой взяла стойку, но так ее и не открыла ни разу. Но стойкая тут не нужна. Мы же тут ходили в жаре без воротничков. А единственное, что когда я купила себе тут белое пальто на рынке, мне очень хотелось что-то абхазское купить. Мы гуляли пару раз по рынку, и я увидела пальто. Очень красивое такое, белое. И у него такой вот прям длинный воротник. Вы его застегиваете, загибаете и идете. Стильненький такой, хороший. На молнии, и там я поняла все прелести. Я не стойкой тоналки на отдыхе, потому что днем мы ходили в майках, в купальниках, а ночью в курточках. Вот такой вот контраст, хотя вода была теплая. Так, зубная паста Sensitive для чувствительных зубов 16,57. Ну, вдвоем с мужем пользовались, практически закончилась. Далее влажную туалетную бумагу с собой взяла. Это идет 0+, 0+, 30-401 артикул. Еще одна масочка с кератином, да, умный кератин, смарт-кератин. Далее, вот для меня это штука открытия. Это у нас с вами идет укрепляющий крем для бюста, создан для восстановления формы и сохранения упругости кожи. Благодаря действиям экстрактов водорослей ламинари, органического зеленого чая и облепихи, кожа разглаживается, подтягивается и обретает тонус. Активный комплекс масел. В общем, все тело подтягивает. Витамин Е тут есть. Регенерирует. Миндаль, авокадо. В общем, крутой список. Артикул 2506. И я его использовала на все тело. Во-первых, он практически без запаха. Если уж совсем-совсем принюхиваться очень-очень, то есть что-то какая-то небольшая кислинка, еле-еле такая, знаете, уловимая, меня она не раздражает. То есть никаких там парфюмерных отдушек, ничего у него не было. Что понравилось, когда я его начала наносить на тело, ну, он, конечно, маленький, 75 мл, но он стоит этих денег. Он реально стоит этих денег, потому что кожа в отпуске даже слегка подтянулась. Конечно, я пользовалась им не как по инструкции утром и вечером, и только на грудь. Я наносила его и на пяточки, получается, и на ножки, и спинка, и попа, и животик, и ручки, в общем, все. Целиком после душа я его вместо как крем для душа. Я вам могу сказать, что штука крутая, впитывается быстро.
очень быстро. Скоро буду проходить курс массажа и подумала, что может быть мне для массажиста вот такой заказать, но потом подумала, что он не подойдет для массажа, потому что он реально быстро впитывается. Я из душа вышла, его нанесла и все, его уже нет. Буквально, не знаю, меньше минуты, он быстро, понимаете, он быстро впитывается хорошо. Он сначала как белая маска по телу, а потом жуха и нету. И, ну, как бы в связи с тем, что постельное белье мы тут сами меняли, все сами меняли, это очень-очень удобно, что я могу там, ну, знаете, бывают такие кремы, которые даже чувствуешь на утро для тела. Вот это не такой, такое ощущение. Вот даже днем в жару я его нанесла, и когда начала потеть после душа, когда мы куда-то пошли на какую-то экскурсию, я после моря ополоснулась, и мы поехали на экскурсию. Чувствую, тело сохнет. Ну, соль такая штука, что не очень приятно на теле. И даже когда смываешь, все равно неприятно. Вот я его нанесла, поехала, и вот это вот ощущение полного комфорта, это прям шикарно. В общем, буду его брать, когда расходую все остальные кремы для тела, скорее всего, я захочу перейти полностью на него. Потому что у меня еще есть один любимчик от компании Faberlic, крем против растяжек. Он тоже очень хорошо укрепляет, там масло ши и так далее. В общем, вот эту штуку я очень-очень рекомендую. Так, дальше. Что я еще с собой брала? SPF 50, опять-таки, тот же самый. Так, живица обязательно. Викуська у нас кушала живицу с утра на голодный желудок по 3 штучки. Артикул 157-28, крутая штука. Мы пили по 5 штучек с утра. Это важно. Особенно за 3 дня до поездки, во время поездки и 3 дня после поездки, пока идет акклиматизация. Но, к сожалению, она у нас закончилась. Мы взяли мало. Взяли всего 2 штучки и все это в шестером быстро-быстро выпили. Поэтому что делать? Старая версия SPF 50 еще не закончена, еще завтра будем наносить перед поездкой, артикул 21-21. Далее малофтилин, тоже не дорасходовали до конца, потому что что-то как-то никаких раздражений, ожогов, прыщей, там еще чего-то такого, укусов комаров, ну вообще практически не было, поэтому ерунда. Ушла ерунда. Артикул 70-912. Это очень крутой крем. Почитайте про него, не ленитесь. Крем действительно стоящий. Должен быть в каждой семье. Хотя запах не очень вкусный. Конечно же, меня тут выручал сухой шампунь. Ну, сколько-то там осталось немножко еще. Артикул 27.02, но я уже завтра дорасходую. Даже на чистые волосы, если вы знаете, что жара, и вам экскурсия, и вы идете там сначала в какую-нибудь пещеру, потом еще куда-нибудь, знаете, очень хорошо помогает сохранить свежесть волос до самого вечера. Тем более, что у меня волосы тонкие, густые, они очень быстро утяжеляются и цепляют всю пакость на себя. Поэтому Volvamed Style 27.02, шампунь классный. Сухой. Еще у нас есть шампунь для брюнеток, но я им не пользуюсь. Я его подарила, потому что он там темненький такой идет. Далее. Так, это не Faberlic, но тоже пустая баночка. Магнит-Зарат. Там такой вот, видите, порошочек стамковалась чуть-чуть. Идет 150 грамм. Заказывала, по-моему, на Вальберис. Тоже нам прописала врач. И сказала, говорит, в поездках, особенно в Виктории, обязательно пить. Ну, аутизм штука такая, что, в принципе, да, надо что-то такое вот успокоительное. И причем вот этот магний, он помогает не только не нервничать, но вот у кого, например, там ноги сводит, всякое бывает, кто-то может быть раздражительный очень, или когда вот человек пьет витамины, они у него не усваиваются, вот этот магний тоже очень хорошо пить, и магний как раз помогает усвоиться всем витаминам, оказывается. А мы его пили через 40 минут после еды. После еды мы выпивали D3, омегу-3, а через 40 минут после еды выпивали магний, но тоже не каждый день, если после экскурсии, где же мы его там выпьем. Пили раз в день. Моей Виктории на 2 недели, на начала кидаться на белый хлеб. Прямо вот вечно просила белый хлеб. Вот понимаете, прямо как дикая. Вот белый хлеб, да, ей все. Я думаю, да что это такое-то? Ночью просыпалась, пока мы спим, залазила в хлебницу с белым хлебом. Мы уже его начинали убирать далеко, уже не знаю, что делать. Я звоню врачу, говорю, что случилось? Говорю, у меня с ребенком, почему она так хочет белый хлеб? Она говорит, Аня, скинула мне ссылочку с Вальберис, говорит, заказываешь магний стеарат, пьете 3 раза в день, 2 недели, потом переходите 1 раз в день пить. И тоже пьете 2 недели. И вот эти 2 недели, которые надо было допить, они у нас на отдых. Они у нас на отдых пришлись. И вы представляете, ребенок действительно стал меньше кушать белого хлеба. И даже, мне кажется, такое ощущение, что она даже похудела немножко. Но она тут бегала, прыгала, ей тут не до лежанки было, море, солнце, пляж. По 2 раза в день купалась, поэтому мне кажется, что что-то вот этот магний сделал что-то очень хорошее. Далее, огромное количество закончилось, но я не знаю, 5-6 штук вот таких вот антибактериальных гелей для рук 17.02. Артикул PSC. Половину
я израсходовала вот такой вот штучки. Очень нравится. 11 эффектов за одно применение. 88-48. Это у нас идет бьюти-бальзам для волос любого типа. Наносится на влажные волосы после мытья. Не смывается. Он идет как восстанавливает, активно питает, увлажняет. Термозащита, мягкость, гладкость волос, антистатика, легкое расчесывание, контроль над сечением. В общем, тут много чего. Вот, прикольная штучка. Каждый раз после душа наношу. И волосики, знаете, такие рассыпчатые, ухоженные, пышные, блестящие. В общем-то, все хорошо, все замечательно. Далее, пожадничала, взяла с собой линейку Bumwig Miracle. Сейчас у меня в руках сыворотка против всех видов морщин, артикул 0653. Взяла ее три штучки. Вот одна, видите, вот докуда дорасходовалась. Она такая полупрозрачная идет. Вот две точно пустые, одна вот осталась. То я не пользовалась утром и вечером. И также взяла ночной, дневной крем, маску взяла. И что-то у меня как-то вот, видите, за 20 дней она носила от лба до груди. Кстати, футболка тоже Faberlic. Кроссовки тоже Faberlic белые, тоже в кроссовочках. SPF 15 идет дневной крем, что-что. Мне тоже это очень нравится. Тональный крем на нем хорошо лежит, не скатывается, то великолепно. Защита на защите. Я очень не люблю загорать. Ну, за 40, я думаю, никто не любит загорать. Артикул 0651, 50 мл идет. Очень приятный аромат, очень быстро впитывается, очень хорошее действие. Завтра вот последний раз нанесу вот так вот и уже тут оставлю, потому что баночка уже больше весит. То есть тут крема осталось дня на 3-4, ну вот чуть-чуть немножко недорасходовала. Отлично впитывается, очень классная консистенция, светленький такой, приятненький. Сначала, знаете, такое белое-белое-белое-белое, а потом также бабац исчезает. Очень такая клевая, классная формула, очень приятный аромат. Да, я даже заслужила прозвище «Сладенькая ты моя» от мужа, потому что прихожу к нему в кровать. И вот такие вот ароматы от меня исходят, очень приятные. Значит, дневной крем 0651, ночной крем, там тут еще такая вот защитка, вот такая вот тут была, а у дневного я потеряла. Ночной крем тоже практически, ну вот я его сегодня дорасходую, 0652, то есть это линейка такая против морщин, уже идет за 30 кому, и вот ночная маска. На ночь я прям не жалела, потолще наносила. Днем, конечно, тоненький такой слой, потому что еще SPF-ка сверху, ночная маска. Ну, честно скажу, мне понравилось, конечно, понравилось. Вот, вот это вот кольца Венеры у меня, они с детства у всех в семье, вот эти вот кольца Венеры есть. Поэтому и у молодой тоже были вот эти вот кольца Венеры. Поэтому я как бы могу сказать, что качество кожи улучшилось. Ну, конечно, загорела я ужасно криво. Вот, пыталась каналкой перекрыть, но не очень. 0654, ультралифтинг, маска для лица, шеи, декольте. То есть также вот это лба до груди, ходила в полотенце, наносила. Потолще вот так вот, думала, если останутся остатки, смою. Нет, оно все впитывается. Но был у меня момент, когда я сильно подгорела, я думаю, дай-ка я побольше и посижу с ней. То есть она как будто бы впиталась, из белого она превратилась в такой легкий желтоватый такой оттеночек. Но такой слой, как блин, остался, все равно надо смывать. Все-таки маска более такая плотная. Далее решила дорасходовать, но не получилось дорасходовать до конца вот эту вот масочку, потому что слишком много с собой средств взяла, пожадничала. Когда жары очень мало, жара начинается где-то с 10 утра, наверное, до 4. Все остальное время, ну, холодно, ходишь в кофте, не потеешь. 10 раз на дню в душ уже так вот не ходишь, как вот в июле, да, мы тут были. Это была просто вот какая-то испепеляющая жара. Мы отдыхали, Антон, сколько дней мы отдыхали? Ну, вот в прошлый раз в Сочи плюс 20 с чем-то дней мы отдыхали, да? 36. А, 36. Вот 36 дней, когда мы отдыхали, да, в самую жару. Там кремы, маски только так летели. Это как работа. Прийти, через 2 часа умыться, что-нибудь налепать, чтобы кожа не сохла. Налепать уже, понимаете, вот так вот. Налепать и дальше идти. Артикул, к сожалению, не скажу. Он не подписан, но маска мне понравилась. Возрождающая написана. Но уже не дорасходую. Далее из линейки Bumwig Miracle очень понравился с артикулом 0655 крем для контура глаз и губ, коррекция морщин. Ну, могу сказать, что морщин действительно стало меньше. Каждый день я вот так вот наносила, и Рима Корнеева, ну, наш косметолог Faberlic, сказала, что наносить надо не вот так круговыми движениями, а наоборот, вот так вот наносить против, да, то есть в эту сторону гнать лимфу, тогда морщина будет быстрее разглаживаться. Я вам скажу честно, эффект великолепный. Очень-очень понравилось. Ну, что я еще взяла с собой? Свои гуашки любимые. Они идут по одному
гуашику в таком вот пакетике. Артикул, к сожалению, не подскажу, не написан. Очень хорошо прорабатывает, очень хорошо все прорабатывается. Таким вот образом великолепно можно очень хорошо разгонять лимфу, но когда вы вот так вот делаете, тут есть лимфоузлы, которые нужно немножко помассировать, чтобы оно выходило, шло дальше. Тоже понравилось. Беру всегда с собой по две, заказала две штучки больше, наверное, года назад, и в поездках мне не безумно нравятся такие вот, да, видите, гуашики, и я вот так вот делаю массаж. Ну сейчас у меня тонал, в честь них взяла хлордексидин или перекись водорода, не знаю даже, дезинфицирующее средство, кожный антисептик, 100 мл. Ну, это не Фаберлик, понятно, взяла, вот чуть-чуть израсходовала. Прежде чем делать массаж, я наношу крем потолще, начинаю делать массаж, налила таким образом на ладошку себе, так вот налила на ладошку, обработала их быстренько, намочила, грубо говоря, полотенчиком, протерла обычным, какой тут есть, какой у меня тут висит, а и вот и пошла. То есть вот хлордексидин прям штука великолепная. С собой в поездку очень даже рекомендую брать. Ага, шампунь у мужа стоит наоборот, осталось на одно применение. 200 мл. Мы вообще смеялись, как мы все угадали, практически ничего не осталось, все израсходовали. Так, артикул. 13.03 артикул идет с перикионом цинка. Очень редко был нужен кислородный бальзам. Это радует. 17.01 артикул. Пару раз меня очень сильно укусили. Вот, поэтому я мазалась по 2-3 дня, не знаю, кто меня там укусил, прям такой, знаете, ну, помог хорошо. У дочки как-то раздражение было из-за новых шлеп, мазали раздражение, потом просто карандашом от натирания мазали, кстати, он тут у меня есть, но карандаш от натирания загуглите на сайте, крутая штучка. И вот этот вот 15 мл, даже половину я не израсходовала. Он, конечно, дорогой, но он и действенный, его много не надо наносить. Так, что еще? Ага, наш кислородный бальзам Global Oxygen 5806 артикул. Ну, я его наносила вместе с сывороткой, то есть он улучшает действие сыворотки. Вот его капну на ладошку сыворотку и его капну. Перемешала, разнесла по ручкам и прихлопнула. Таким вот образом. Далее, любимый дезодорант мужа. Очень ему нравится. С того дезодоранта мы ушли совсем. Артикул 2679, 125 мл. Этот круче, этот действенный. Его на дольше хватает, но тут написано эффект до 3 дней. Он идет для людей с нормальным и повышенным потоотделением. И пролонгированное действие до 3 дней благодаря эффективной формуле, работающей в трех направлениях. Блокирует, оказывает мощный дезодорирующий эффект и снижает восприятие интенсивности запахов. То есть на 3 дня. Но муж ходит каждый день в душ и по привычке пших-пших, ну, говорит, иногда оно и не нужно даже. Далее, половинку из расхода стоит наоборот. Вот мне что не нравится, вот так вот надо ставить, и бывает, что падает, но это ладно. Это такое вот обычное молочко, видите, ну, такое вот обычное молочко. Я его наношу как очищающее молочко. Очищение у меня идет в 2 этапа. У меня с собой и мицеллярная вода, это первый слой, и очищающее молочко, это второй слой, пенка для умывания. То есть я все с собой беру, очищаюсь. Мицеллярка 0972, но хочу сказать про это молочко 0971, 150 мл. Мне кажется, что это именно та процедура, которую мне не хватало. Что имею в виду? У меня то раздражение были, то какие-то черные точки, то еще что-то. Когда я начала пользоваться молочком, протирать лицо молочком, а потом протирать тоником после мицеллярки, у меня как-то вот улучшился эффект, и я почувствовала, что даже кожа стала лучше. Ну и далее косметичка, просили показать. У меня тут, конечно, бардак. Всегда с собой беру кучу кисточек от компании Faberlic. Кисточек реально много, все Faberlic. Есть прям очень старый Faberlic, которого уже нет на сайте. Такие вот кисточки еще со старыми логотипами. Тушь моя любимая, 52-69 водостойкая. Далее, не очень подходит мне тушь для бровей, артикул 5757 с цветом, слишком светлый цвет, видите, да, вот она такая, ну, не знаю, ну, сами видите, не очень-то мое, вот, поэтому я ей не особо-то пользовалась, но если иду куда-то вечером, почему бы нет. Далее, прозрачный гель для бровей, тушь для бровей, артикул 5733, а нет, это тушь для бровей, тоже, да, тоже, видите, светловатая получается. Не совсем такой мой оттеночек, поэтому я маленькая такая штучка у него, да, ну видно, да, что светловатый он. Вот, поэтому я им не очень часто пользуюсь, мне надо потемнее, к сожалению. У меня такой цветотип, у меня волосы
брови, ресницы, ну такие. И коричневый мне не очень идет, потому что я сама по себе холодный цветотип. Я серо, вот видите, ну если седину не считать, да, то вот это натуральный, вот то, что отросло, это натуральный цвет моих волос, по идее. Серенькие. Взяла тушь ухаживающую Glamour. Она мне нравится, но я ей не пользовалась в отпуске, на отдыхе, потому что мне не очень-то оно нужно. Далее. Это такая штучка, которая ухаживает. Это кисточка тут идет. Получается, тут у нас для бровей расчесывалка. Тут для бровей мы наносим, а тут еще сверху такая вот кисточка прикольная. Поэтому я взяла с собой пару таких штучек. Очень-очень удобно. Артикул тоже не скажу. Линейка Lovely Moments. Тоже от компании Faberlic. Классная умывалочка и масочка, лопаточка, умывалочка. Она идет силиконовая, легкая такая, прикольная. Можно и вот этим местом поумываться, и вот этим более мягким. И лопаточка удобная, поэтому всегда-всегда беру с собой. Удобно, кстати, в посудомойке ее мыть. Кисточек таких несколько штук у меня. То одна сушится, то не сушится. На солнце их нельзя сушить. Спонжик. Новая версия фиолетовый. Был фиолетовый, стал непонятный, да? Вот она, вот оно, вот это тональное средство 63-78, которое мне очень нравится. Но, к сожалению, я им не стала пользоваться, потому что решила SPF 25 дорасходовать. Вот, а я его так и не дорасходовала. Очень нравится именно вот цвет такой персиковый. Очень-очень приятный такой консилер. К сожалению, артикула нету. Компания Faberlic не на всем подписывает. Ну и, конечно, это уже, наверное, лайфхак. Вот такая вот палета. Артикул у нее 40-798. Эта палета не очень-то, конечно, красивая, но это помады. Куча помад различных цветов. Сейчас на мне вот этот самый верхний оттеночек. Очень такой приятный, красивый. Насыщенный. Ну, у меня для этого есть кисточка, если честно, но очень красивый оттеночек. Поэтому я эту палету очень люблю. Она еще была по распродаже, поэтому я заказала еще одну в запаснике. Но вот не знаю, может быть, пока она не распечатана, думаю, кому-нибудь, может быть, ее подарить. Боюсь, что выйдет срок. Все-таки у всего есть срок. И я, мне кажется, пожадничала. Так, что еще брала с собой? Раз тени. Уже не буду перечислять артикулы. Два тени. Очень нравится такая вот пудра для лица. Wet n Dry Perfect Me. Практически закончилась. Она сейчас для меня светловата, поэтому артикул 63-49, у меня с собой две пудры. Артикул 63-49 я наношу вот сюда, сюда. Это абсолютно матовая пудра, очень нравится мне. Есть вещи, которые я хотела дорасходовать и уже оставить тут, потому что у них вид уже не вид. Да, артикула уже нету, но они точно есть в продаже, они есть в продаже. Кстати, лак тоже Faberlic, продержался 3 недели, видите, как ногти отросли. То есть это Faberlic. А тут 3 лака в перемешку. Вторая пудра более темная, значит, идет 65-33. И лаки, лаки. Что же за лаки я заказала? Ну, во-первых, пришлось бежать за пилкой, покупать себе пилку. Не знаю, какую я купила, ивуар какой-то, потому что мне мастер маникюра сделала маникюр, и он у меня ободрался на третий день. Просто тупо ободрался. Более 8 пальцев. Такой вот, знаете, вот тут я посмотрела, думаю, нет, я так ходить не буду. И благо я с собой взяла на всякий случай несколько лаков. Я взяла с собой 4 лака. Ну, всегда их беру, потому что, знаете, уже просто вот по практике могу сказать, что всякое бывает. Прям всякое. Один лак отправляю в пустышки. Это вот такой. Но он реально уже пустой лак. Он суперский, он классный. Он как раз вот тут присутствует в перемешку с остальными. Сейчас объясню, да. У меня тут 3 слоя лаков. Значит, 78-69. Не знаю, найдете вы его, не найдете. Он действительно был клевый. Видите, такой блестящий. Суперский, прям великолепный. Мне он понравился, как раз вот этот лак. Надеюсь, я не заляпаюсь. Но, ребят, я, конечно, обалдела над стойкостью лаками с блестками. А простыми я, конечно, не пользовалась. Я их отдавала. Но вот этот лак, это просто невероятная стойкость. Но я ждала, пока он высохнет, наносила 2-й слой. И на третий день нанесла 3-й слой. Единственное, что где у меня ободралось, это вот тут чуть-чуть. Вот видите, да, немножечко есть на мизинчике. Ободралось, и все. Но это для обычного лака, это круто, конечно, ребята. Потом вот этот лак я наносила. Ну, как видите, он практически
практически полный. Этот лак у нас идет 78-70. Фу, ну у них и запахи. Вот этот я не открывала, хотя он мне тоже нравится. Артикул 78-74. И вот этот более такой, видите, мелкий, шиммерный, прикольный. Я его делала как дополнение к остальным. Вот тут три лака в перемешку, представляете, у меня. Я не знаю, но вот они более розовые, чем на камеру. И вы просто посмотрите, как они отросли. Просто посмотрите, да, видите, как они отросли, то есть как нарощенные, они никуда не делись, и я прям в восторге вот от этой стойкости, значит, 78-31. Вот такой вот еще тоже прикольный лак, что у меня не открытый, что ли, был, да, видите, такой хорошенький, прямо аккуратненький лак. Вот, тоже очень-очень неплохой. А вот этот мне чем понравился? Тем, что тут в перемешку идут такие вот крупные всякие разные блестки. То, что он так вот суперски блестит. Я, конечно, с превеликим удовольствием его наносила поверх остальных лаков. Честно скажу, аккуратно я не умею наносить, поэтому сидела, подтирала, доперетирала, но ноготь просто вот... Ну, где-то вот первые три дня он переливался, он блестел, он был очень-очень симпатичным. А потом уже такой стал, ну, такой бесцветный, грубо говоря. Ну, очень, конечно, красивые лаки. Только мой мастер маникюра ругается, когда у меня есть эти лаки, из-за того, что они очень плохо стираются машинкой, греются очень сильно, когда машинкой. Обычной жидкостью для снятия лака, не фаберлик, ничей, их очень сложно убрать. Вот такая вот история. Ну что ж, мои дорогие, задавайте вопросы. Может быть, я еще что-то с собой взяла. Ну, одежда, джинсы, кроссовки, кофты, ветровки Виктории и так далее. Вот все, что возможно. Ой, у нас практически все фаберлик. Кроссовки у Виктории, кроссовки у мужа, штаны у мужа, брюки, там еще все фаберлик. Одежда, прям вот все, что мы в сторисы выкладываем, в какой одежде мы ходим. Ну, это все компания фаберлик. Поэтому, если я буду перечислять одежду, это будет трехчасовой обзор. Поэтому, кто смотрит мои сторисы на Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках и где-то там еще, в Телеграме, на моем канале Телеграм, ну там не сторисы, там пока что все идет в ленту, я вам могу сказать, что практически все фаберлик. На мне вот сейчас даже нижнее белье фаберлик. Единственное, что не фаберлик, это может быть цепь и пояс. Да, все, остальное все фаберлик. Ну что ж, мои дорогие, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и будет очень приятно. Обзор получился опять у меня длинный, прошу прощения, но задавайте вопросы. Я старалась как можно кратко, но, к сожалению, очень много с собой взяла, и кратко обо всем нереально и невозможно. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.